найти реактор на нижнем уровне базы. Как он быстро устает. Так, почти нашли. Пропустить. Окей. Окейушки. Я ищу реактор. Что ты здесь делаешь? Окей. Неужели это так сложно? Выберите класс. Нажмите, чтобы подтвердить информация. Утильщик. Отступник. И неизвестно кто. Охотник. Охотничий. Чего-то такое. Винтовка и скорострельным пистолетом. Кустарным мечом, метка охотника. Так. Двухстволкой, скорострельным пистолетом, кустарным топором, топориком. Аура восстановления. Есть аура восстановления. Модификация, которая постепенно восстанавливает здоровье всех союзников. А себя. Огненный выстрел всех союзников, да, наверное, себя тоже. О, топорик дали. И что-то там еще. Так, и что? Новый дом. Запустить терминал над реактором. Круг. Кустарный топорик. Терминал над реактором. Запустить. Для продолжения нажмите пробел. Запустить реактор. Открыть журнал ошибок. Запустить проверку системы. Так, ничего, выжить, так, выжить это, конечно, тяжело. Вот собаки, сейчас убивать будут опять, мне так это не нравится все.
Ну, мы типа выжили, наверное. Вернуться к командиру форту. А, не уходи. А то я заблужусь. Девушка. Эй. Где она? Ушла? Вот она. Просто нужно продолжать путь. Моя миссия важнее любых рисков. Та-та-та-та-та-та. Окейушки. Окейушки. Я попробую. Мне просто нужно выбраться отсюда. Окей. Окей. Драконье сердце. Драконье сердце. Тра-та-та. 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 Спасибо за помощь. Почему ты такой, так добр со мной? Так. Окей, окей. Дальше. Драконье сердце. Драконье сердце восполняет потерянное здоровье. После нескольких применений предмет лишается целительной силы. Заряды драконьего сердца пополняются во время отдыха у контрольной точки, а также после гибели персонажа. Для использования нажмите Q. Закрыть. Q. Q-Q-Q. Оп. Все. Дом. Вернуться к командиру форту. Все. Мы к нему уже вернулись. Или это не форт? Или командир форт это баба? Бау-баба. Это что такое? А, вот этот костюмчик мы уже забрали, а это два других костюмчика, которые мы не выбрали. Тик. Здесь мы разбили эти самые. Кого-то мы здесь разбили. А, мы здесь разбили ящики. Эту тумбу тоже разбили. Может, это баба командир? Нет, это не баба. Командир форт. Эй! Товарищ! Ты командир форт. Признавайся. Оп!
Так. Может быть, ты командир форта? Это мальчик или девочка? Какой-то небритый мальчик. Может, это командир форт? Ну, так, он считает, что меня ведет судьба. Он упомянул основателя блока 13. Тра-та-та. Тра-та-та. Мне пригодится любая помощь. Мне не нужна ваша помощь. Тик. Тик. Это баба, значит. Командир форт. Правильно? Правильно, да? Правильно? Новый. Так, улучшить снаряжение с Риксом в арсенале. Ох уж эти мне арсеналы, эти вот все. Господи. Здесь я все уже разнес. Нашел какие-то там штучки. А, металлолом нашел. Да, больше здесь нечего крушить. Зачем мы сюда спускаемся? Не надо было. А здесь что? Где арсенал? А где у нас тут карта? О, карта. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, я уже устал бегать. Жуть какая-то. Но не пройдет и нескольких лет, как мы научимся здесь как-то того и этого. Это госпиталь, а не арсенал. Вот это должно быть арсеналом. Здесь же у нас броня, оружие должно быть в арсенале, но нам хватит и брони. Да. Так, что тут у нас еще можно уничтожить? Что-то подобрали. Пулик. Нет, ну это нечестно. Ладно, потом как-нибудь еще поиграем в это. Ну, очень как-то все занудно. А это мы уже были, это реактор. Улучшить снаряжение. Ну, вот же оно снаряжение, это вот же оно снаряжение. Ну, вот. Вот собаки. А почему они не пишут? Не пишут. Почему? Где здесь эти стрелочки? Куда бежать-то? Заразы. Пятнадцать минут, и самокат уже тут.
эту выход на свободу, наверное. Не подскажешь, где здесь арсенал? Чувак, эй, бум, бум. Да. Тяжелый случай. Может, этот пацан все знает. Небритый. О, еще что-то там разгромили. Ладно, все, хватит. Итак, 17 минут бегали. Правильно? Правильно. Ту-ту-ту. Нет. О. До новых встреч в эфире. Пока.